Жорик, ну что ты, прибыл? Первые минуты Жорика. Жоржик. Ну, давай. Да. Конечно, Краснодар. Город контрастов. А где же Марсюнчик? Марсюнчика ты хоть видел? Жорик. Виделся он с ним? Да. Ну, а это чуть не придавило воротами Мирку. Выскочила. Хорошо я успел выключить. Марсюнчик, а что ты? Жоржика не приветствуешь, а? Марсик. Он что-то в стороночке. Такое. Мирка рада Жоржику, а? Марсик, он, смотри, какой. Как-то он фыркнул и убежал. Что ты, Марсюн? Конкурент приехал, да? А Лирику все равно. Жоржик, ну ты ж уедешь скоро, да? Так что, Марсюнчик, где ты? Марсюнчик, он ненадолго. Поехали. Так, только не выскакивать, смотри, тут надо выходить осторожно. Лезет в самую щелочку, вот, щемится. Уходи, уходи. Смотри, нет. Так, ну-ка. Давай, Марсик. Вот ногами топ, вот все равно идет к вороту. Как выйти? Давай тогда или в те ворота обмануть его, выйти. Выскакивает вот такая щелочка, он уже выскакивает. Так, сейчас я подожди, пульт приготовлю, чтобы сразу сейчас закрыть. Выходи быстрее. Выходи, я тоже дырочку. Марсик. Виктория, худи, человек. Уйди. Вот так вот. Все. Жоржик. Ну что, приехал. Мирка, кто из вас крупнее? Жоржик, ну-ка иди. Я вас померяю. Глянь. Ну, тоже ничего так. Какой стал гладюченький. Жорик. Ну, гладюченький ты какой. А этот что-то Марсик стал худеть. Не знаю. Я его и 3 раза в день стал кормить. Все равно. Почему-то это. В талии у него тут. Вот тут в талии он. А Жоржик нет. В талии. Ну, Жоржик и моложе-то. На сколько? На 2 года-то. Да, Марсенчик уже стареет. Так, господа, не рано, просто играйте. Пошли, идите сюда. Иди, Мирка, поделись с Жориком, дай ему колбаску. На, держи. Мира, Жорика угости. На диван. А Жорик воспитанный, на диван не лезет. Куда? Мышку мою. Жорик-то он городской, конечно, воспитание. Не то, что суглазил Жоржика. А он на диване на белом смотрится. Ну что, а то спрашивают, когда Жорик приедет? Где Жорик? Вот и Жорик. Приехал. Летом-то он на все лето приезжает, а сейчас он просто... На побывку, да? Жоржик. Ну что, лучше здесь, в деревне? А, Жоржик? Он даже в гараж не заходит, и в дом. Мы сейчас уезжали, он там на улице кислородом дышит. Мирка, ну идите, наверное, погуляйте на улицу. Иди, Жорика выгуляй. Че, он и так с квартиры в квартиру. Пойдем. Дай что-нибудь, я их выведу.
какой-нибудь. Ну, я им печенюшку сейчас дам. Жоржик, пойдем. Пойдем. Ох ты какой. Какой справненький. Ты вообще стол какой, глянь. Кругленький. Был не такой. Поделюсь с вами своими слоёненькими. Ну-ка. Пошли. Пошли, Мирка. Только не прыгай. Мира, здесь высоко, сюда спускайся. Во. Это уже прям с этой прыгает. Пошли. Пошли, все, идите. Давай. В доме, Жорик, и без тебя. Посиди. Бегом, Жорик. Жоржик, Жоржик. Так, теперь же надо поломать, подожди. Так, тебе. На, Жорик. Вот. Лерочек. Тебе я косточку давал. Все, земляне. Он 20 минут назад съел косточку. Я ему отдельно даю в будку. Мира, отходи. Мира, все. Все. Ну вот, короче, видео будет называться «Приезд Жорика» или как-то там, подумаем.